Дорогие друзья, приветствую вас. С вами снова Стас. Спасибо, что зашли. Сегодня я забрал свою машину с гаража. Нам сделали техосмотр и большую инспекцию. Повторяю, речь идет о BMW X3 2007 года. Пробег сейчас точно я покажу еще. Давайте посмотрим, сколько все это стоило. Как уже я и говорил, речь идет о BMW X3 модели, E83 она еще называется. 112 тысяч у нас сейчас пробег, почти 113. Год изготовления машины 2007. Значит, первый пункт у нас техосмотр. Он стоил нам вместе с техосмотром, это отдельно пишется, на выхлопные газы. Все это. Первый техосмотр стоил 91, второй 1891. Может быть, здесь чуть-чуть дороже, потому что я просрочил его на целых 8 месяцев. Второе у нас колеса. Нам поменяли колеса. Все это стоило 44 евро 38 центов. Тут была скидка, поскольку я постоянный клиент в этом сервисе. Четвертый номер. Это были фильтры для салона. Салонные фильтры. Они стоили 36,62. Тут тоже была скидка. Потом был фильтр моторный, двигательный. 23,18. Масляный фильтр 13,21. Тормозная жидкость 30 евро. Различный мелкий материал. Там выброс, утилизация материала и так далее. 4 евро. 1 литр тормозной жидкости 10 евро. Вот интересный пункт 10. Это у нас работа. Количество написано 130. Это, наверное, минуты, я так думаю. 2 часа они копались и 10 минут со всем этим делом стоило. Это 175 евро я заплатил только за работу. Это гарантия, ерунда. Это нас не интересует. Тут у нас кондиционер 12. Незаполненный кондиционер новым фреоном, так это, по-моему, называется, охладительная смесь, я уж не знаю, как это точно по-русски перевести, и дезинфекция всей этой системы, чтобы не было микробов. 60 евро стоил кондиционер. Масло плюс фильтр 37 евро. Щетки 14-15, одна щетка большая стоит у нас 31 евро, там тоже была скидка 10 евро. Потом у нас маленькая щетка 9 евро. 16-й пункт, это была диагностика, особо ничего хорошего я там не прочитал, но это будет отдельное видео по диагностике. Диагностика нам стоила 27-15, без скидки она бы стоила 30. Как я вижу. Ну и общая всякая мура. Не знаю, что это значит. 19-19%. Это, наверное, ничего не стоило. Это они проверяют, наверное, жидкость для омывания стекол и всякую ерунду. Тут сумма 612 евро плюс НДС. У нас получается в итоге 719,49.